One of the other things that we come across, or you will come across very, very often, то, с чем мы можем встречаться очень и очень часто, is why did God let that happen? Это вопрос, почему Бог позволил этому случиться. In other words, many people try to blame God for what happens. Другими словами, люди пытаются обвинить Бога в том, что произошло с ними. They come into some form of life-shaking problem. Они приходят к какому-то моменту жизни, где все потрясается, все падает, рушится. And why did God do that? И они спрашивают, а почему Бог это сделал? God help me? Why didn't почему God Бог не помог? Intervene? Почему Бог не вмешался в это дело? And how do we understand these things? Как нам понять то, что Бог делает? I believe that it's very every now and again, it is very necessary that we recalibrate how we think about God. И часто нам, лично для нас, нужно всегда делать калибровку, что такое Бог, почему в Него верим, и как Он к нам относится. When people come with this sort of issues, потому что когда люди приходят с этими вопросами к вам, then we need to redirect them. Нам нужно иметь инструмент, как их перенаправить к этой цели в Боге. When someone asks Yeshua to show him God the Father, когда мы способны открыть людям, что Бог есть Отец, Yeshua said, "Whoever has seen me has seen the Father." И Иешуа говорил, кто видел меня, видел и Отца. In essence, Yeshua is saying, "I am a picture of God." Тогда получается, что Иешуа говорит: "Посмотри на меня, я являюсь отображением Отца." I think very often we all construct some kind of picture of how we believe God is. Потому что часто мы сами имеем в себе картинку и представление, каким должен быть Бог. But Yeshua says you need to center yourself on the picture that you see in me. Но Иешуа дает ключ такой. Этот образ вы должны сфокусировать больше на меня, и поэтому вы можете увидеть Отца. In Scripture we find him referred to as the Word, the image, the exact imprint of God. All of these are references to him. И все моменты Писания, где говорится, что это Слово Божие, кто Он Мессия, все эти места Писания фокусируют на Мессию. Okay, in John, Иоанна, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God. В начале было Слово, Слово было у Бога. Okay, in 2 Corinthians 4, verse 4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Мессии, который есть образ Бога невидимого. Okay, in Colossians 1, verse 15, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 1:15, yes. Colossians 1:15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Okay, and then there's also Hebrews 1, verse 3. We don't need to read that right now, but all of these point to that fact. И Евреям 1:3 тоже мы не будем его смотреть, но там указывает на факты такие серьезные when, вещи. When our image of who God really is, когда мы фокусируемся на тот образ, который что является Богом, in some way or other gets damaged. Не знаю, но очень часто этот образ был поврежден или же даже изменен. That's when we come into that stage of we start blaming God for everything that has gone wrong in our lives. Тогда вот этот момент, когда этот образ Бога он изменен в нашем сознании, тогда мы начинаем винить того Бога, который все создал, почему не помогает нам. In pastoral care, this is something that you meet a lot, or at least I've met a lot. В пасторском общении с людьми мы часто с этим встречаемся. That people come along and say, "Why did God let this happen?" Люди приходят и говорят, почему Бог этому позволил состояться. And in fact, they're blaming God. И чаще всего это обвинение в сторону Бога.
I believe that it's foundational for us then to draw back and say, look at Yeshua. И для нас важно сразу, мгновенно, моментально перекинуть. Because he is our image. Перекинуть этот образ на Иешуа. Somebody just died. Okay. Только что кто-то погиб. Is he is the image he's the image so that we can understand how God would behave and what God would do. И Иешуа является тем прообразом или образом, как бы Бог поступил в данных ситуациях. Поэтому нам нужно важно знать образ Мессии. Okay, when we're talking about pastoral care, then Yeshua is also our key example. И если мы говорим о пастырской заботе, тогда Иешуа является самым главным примером для нас. Okay, Yeshua spent his ministry freeing people from evil and misery. Иешуа использовал свою жизнь здесь на земле, помогая людям и освобождая их от зла и проклятия. This means this is what God seeks to do. И это значит, что то, что Бог хочет сделать, Он хочет освобождать людей. Yeshua wars against spiritual forces that oppress people and resist God's purposes. Можно сказать, что Иешуа противостоял духовным властям этого мира, чтобы освободить людей. This is what God does. Это то, что делает Бог. Yeshua loved people. Иешуа любил людей. Others rejected. Других even people who rejected him. И те, кто были отвергнуты, он любил. This is how God loves. Так любит и Бог. Yeshua had nothing but compassion for people who were afflicted by sin, disease and tragedy. Бог Иешуа, он сострадательным становится сострадательным для людей, которые повреждены своим умом, своим грехом, обстоятельствами. Он им сострадает. This is how God feels. Это так, как Бог чувствует себя. Yeshua died on the cross. Иешуа умер на кресте. Suffering in a place of sinful humanity. Вместо греховного мира. Defeating sin and the devil. Побеждая врага и грех. Because he passionately loves people. Потому что он страстно любил народ. And wants to reconcile them to God. И он хотел примирения народа с Богом. This is how God says. Так думает и Отец Небесный. So when you're confronted, even yourself, maybe it's good to remind yourself of all of these issues. Когда мы общаемся с людьми, нам сразу нужно вспоминать эти все основные цели, каким Бог хочет себя явить. If our picture of God, если я хочу сделать картину Бога, gets the wrong color, if you like, в котором не будет правильным, не будет правильный цвет, если я хочу нарисовать картину Бога и нету там правильного цвета. Yeah, I'm just thinking if you had a color photograph of God. Например, если было бы такая вот пастельная, например, картина Бога. Yeah, and it suddenly became black and white. И вдруг оно сразу стало, да, черно-белое, например. You've lost something. You've lost the totality of the picture. Тогда можно сказать, что вы потеряли контраст или же не имеете понимания самой картины. Она просто черно-белая, и теряются цвета. Then you begin to fall into this problem. Если это происходит, тогда мы втягиваем себя в эту проблему того, что где был Бог, что он делал, почему не помог. William Barclay William Barclay was a well-known Scottish scholar. Он был ученым. And he tells in his book the tragedy of losing his 21-year-old daughter and her fiancé. Он описывал в книге о трагедии, когда он потерял свою дочь и племянника. They were drowned in a boating accident. Они погибли, плавая на лодке. He writes in that book. Он пишет в этой книге такие слова. God did not stop that accident at sea.
Бог не остановил это крушение в море. But he did still the storm in my own heart. Но он успокоил бурю, которая бушевала в моем сердце. So that somehow my wife and I came through that terrible time. По этой причине мы смогли пройти эту трагедию с моей женой. I believe also that God sometimes welcomes our anger and hurt confrontations. Again? Yeah. I believe God welcomes our anger and our hurt confrontations. Я верю, что Бог позволяет, чтобы мы иногда проявили свой, может, гнев, чувство разочарования, конфронтация. Sometimes we're afraid to do that. Для того, чтобы нас делать очень уязвимыми, потому что мы не хотим это делать. We can be open with God. Но это нам необходимо, чтобы быть открытым перед Богом. He will wrestle with us. Он как будто борется с нами. But be warned. Something can happen when you wrestle with God. И мы можем представить, что может произойти, когда мы боремся с самим Богом. Just as Jacob found out. Как, например, Яков, который нашел, что произошло, нашел эту сущность, почему он боролся с Богом. Его имя изменилось. Before we begin to blame God, перед тем, как мы начнем винить во всех наших бедах Бога, it's maybe a good to look at those things which we can really understand you can't blame God for. Может быть, нам стоит посмотреть на эти обстоятельства без обвинения в сторону Бога. Now it's true that it would seem that God allows some terrible things to happen in this world. Даже если когда мы понимаем, что эти обстоятельства были даны Богом, или же Он позволил этому состояться. He could have stopped some terrible crimes or catastrophes. Он, конечно, мог бы остановить катастрофы или какие-то действия, убийства и так далее. But we need to understand, even if it's difficult, что через эти трудности God is not to blame if you suffer the consequences of another person's sin. Мы не можем винить Бога по причине того, что мы пожинаем грех или преступление другого человека. Children who are involved in a divorce. Дети, которые разводятся, например. Those who also have parents who don't look after them. Или же родители, которые не заботятся о своих детях. There's a problem for these kids. Для детей таких есть большая проблема. And they have an anger within them. Внутри этих детей большая ненависть или же злость. And very often that can be turned against those who love them the most. И чаще всего это обращено против тех, кто их любит очень сильно. And many of them who have a concept of God. Эти люди иногда имеют общее понимание о Боге. Also become angry with God. Они чаще всего и винят Бога в тех вопросах развода родителей или же почему их родители оставили. The problem is if we blame God, we're blaming the wrong person. А проблема в том, что мы начинаем винить Бога, или же винять человека и обвиняя Бога в одном лице. Parents who refuse to work out their own disagreements. Но родители, которые не хотят решить свои разногласия, they're the ones responsible. Они ответственные перед детьми за уже события или что будет дальше в жизни их не происходить. We can't blame God either for cancer or diabetics or AIDS. Мы не можем винить Бога за болезни, такие как диабет, СПИД. Еще другие. They weren't part of God's created order. Они не были в части божественного миротворения. God hates those things as much as we do. Я могу сказать, что все это Бог также не любит, как и. And God wants to work along with us. Бог хочет, чтобы мы to defeat them.
действовали в понимании того, чтобы победить эти все болезни. If we're not to blame God, если мы не будем винить Бога, who can we blame? Тогда кого мы можем винить? It's the sin in the world. Я могу сказать прямо, грех. And we need to understand that ourselves in the first place. Мы должны понимать, что сами понимать то, что это произошло, это грех. But we will also need в эти болезни. We will also need to be able to communicate that to those whom we're trying to help. И помочь людям, которые имеют тенденцию винить Бога во всем, показать, что не Бог виноват в многих вопросах, но грех, который произошел в этом мире. We need to take the following step then. Нам нужно сделать несколько шагов. And help people to see how God is going to come to their, come to help them and comfort them. Показать, как Бог хочет прийти в их ситуацию и помочь. Even when other people are to blame. Даже когда ты готов винить других людей об этом. God can help us through those situations. Но только Бог сможет помочь нам пройти этот путь. We may feel that our situation is different. Мы думаем, что все могло быть иначе. But let's take a look at a couple of things here. Давайте мы посмотрим несколько моментов здесь. One day Yeshua took advantage of an opportunity to teach about atrocities and accidents. One day Yeshua took the advantage of an opportunity to teach about atrocities and accidents. Ишуа однажды пытался объяснить, почему происходят такие вещи в этом мире. Okay, he brought up the barbaric act that some Roman soldiers inflicted upon some innocent men, women, and children from Galilee. Он говорил о тех галилеянах, которые были наказаны. Okay, he said, "Do you think that these men and women and children were deserving of such a treatment?" И он говорит, разве они, только они достойны были такого наказания? Do you think that they were worse sinners than the rest? Вы думаете, что они были более грешны, чем все остальные? I tell you the truth. Он говорит, я вам говорю истину. The same thing could happen to you. Это может случиться и с вами. Be spiritually prepared and repent. Поэтому покайтесь и в своих согрешениях. Traditional Jewish belief and also in many other types of thinking. Традиционно в еврейском мышлении существует такая позиция. It's the wicked who suffer. Позиция такая, что те, кто нарушает закон, те и страдают больше всего. If something bad happens, если плохие вещи происходят, you deserved it. Значит, ты you must have done something wrong. Так тебе и надо, типа ты что-то сделал неправильно. But Yeshua told us that this is not true. Ишуа говорит, подождите, это не совсем так. Even when it was in the Tanakh, when he was dealing with Job. Когда в Танахе мы читаем о Иове, he showed him. Бог показал ему, that he could not blame God. Что он не может, он не сможет обвинить Бога в обстоятельствах его жизни. Okay, but all his friends who came there also, they were saying, you must have done something wrong, Job. И все друзья пришли, говорят, наверное, ты что-то сделал. That's very often the way we look at things. Вот так мы часто смотрим на обстоятельства. But it's not necessarily the case. Но это не всегда может быть и истиной. We need to show compassion and help. Мы должны показать сострадание людям. And he says, be spiritually prepared. Ишуа говорит, будьте готовы. And repent. Говорит, покайтесь. So the thing that we need to do for ourselves. Все, что мы должны сделать, в первую очередь для себя. But also for others. А также для других. Is to bring that spiritual preparedness. Чтобы приготовить вот этот духовную готовность, приготовить готовность. And as I did in the beginning of this piece just now, we take the scripture and we see how does scripture describe God, how does что это значит? Это взять места Писания из Библии и показать людям,
что Бог говорит о себе, как Бог действует, что Он являет себя и наше отождествление. How does Scripture help us to understand the problems and the situations that we come in? Как Писание помогает нам выйти из обстоятельств, в которые мы попали? It's putting our life on a correct basis with God. И Писание ставит хорошее основание в отношении с Богом. And this is the key that we need to use. И этот ключ мы должны использовать в нашей практике. Let me just see here what. God sometimes brings difficult situations into our lives so that we would turn much more to Him. Я могу сказать из опыта, что Бог приводит трудные времена в нашу жизнь для того, чтобы мы повернулись и приблизились к Нему. He also challenges us to look at our lives. Бог кидает нам вызов, чтобы мы рассмотрели свою жизнь. So that we would be ready to stand when the difficult times come. Чтобы мы были готовы устоять в злой день. There is a need for us to be ready to counsel in this direction. Again? There is a need for us to be ready to counsel in this direction. А готовность наша, чтобы мы давали совет в этом направлении. We need to help people to deal with the bitterness and anger that's in their lives. Нам нужно научить людей, как справиться с огорчением и ненавистью в их жизни. Okay, whether it's for a present situation or a situation that happened in the past. Либо это уже то, что происходит с ними сейчас, либо это было то, что происходило с ними в прошлом. There is a need for us to become that friend. Мы должны научиться стать друзьями для тех людей. Someone who will come alongside and walk with them through that difficult time. Тех, кто сможет пройти с ними плечо о плеч в это время. We may need to be their eyes. Мы должны быть ихними глазами. So that they could see things differently. Чтобы они увидели обстоятельства другими глазами. If you're in the middle of that situation. Если вы участвуете в этой обстоятельстве. It's very often difficult to see clearly. Тяжело увидеть, что происходит на самом деле. And then there is a need for someone from outside to come along and look at the situation. Но те, кто не вовлечен в это обстоятельство, могут прийти и помочь людям посмотреть немножко с другого угла. And give a different perspective. И дать им другой совсем уровень или ответ на те обстоятельства. I've been very often asked to come into different situations. Меня часто просят, чтобы я пришел в разные обстоятельства в человеческой жизни. As someone from outside. Тот, кто со стороны, человек, который со стороны. Who hasn't been involved in all of the situations, the difficulties, and whatever has been happening. Тот, кто не был вовлечен в это дело. И не знает об этом деле. Because then you can see objectively. И тогда, когда это происходит, я могу смотреть более реалистично и обширно. It's as I said, it's difficult if you're in the middle of it. Очень тяжело, когда ты находишься посреди вот дрязг, то, что происходит, трудностей. To be objective. Чтобы быть, знаете, вот более your feelings are involved, открытым, видеть это по-другому. Things that have happened are involved. Потому что все, что вокруг тебя, они влияют на твое мышление. And you need to be able to come alongside and say only as in the same way as God would say, it's time to stop blaming yourself. И нужно подойти к этому вопросу так, как подходит Бог. Стоп. Or stop. Не веди себя, как ты ведешь. Or stop не вини blaming себя, others. Не веди других.
Stop blaming the devil. Перестань даже дьявола винить во всем. It's time to start trusting. Есть время надежды на Бога сейчас. That's finally the choice that God puts before all of us, I believe. Это единственный шанс, который Бог дает нам, надежда на Него. He won't explain himself. И вы знаете, он не будет себя оправдывать или объяснять, почему это делает. Maybe sometimes. Может быть, он это сделает, но чаще всего это не делает. Почему так происходит? He says, blame me or trust me. Чаще всего либо обвинять, либо надеяться. Лучше надеяться. So that's the way we can basically help people. Вот таким образом мы фактически можем помогать людям, okay. Показать им, как можно быть с Богом. I'm gonna stop there. Я остановился на этом. I see some head steaming. Да, у кого-то кипит голова. I've tried to share at least some things with you. Я попытался с вами поделиться некоторыми своими мыслями. I know that there's much more involved. Но я знаю, есть еще очень-очень много, что в этого все можно, ну, раскрыть. But we're sometimes limited in the amount of time. Но мы ограничены временем. Okay. Итак. Are there any questions at this point? А есть какие-то вопросы в это время? Before we have a time of prayer. Перед тем, как мы начнем молиться. Вопросов нет. Будем молиться. А? Just, they say, we have not yet conclude any questions, and it's better to pray. Okay. Ты придешь помогать? Давай. Давай. Вопрос. Что если человек приходит, винит во всем Бога, ты ему пытаешься открыть, какой Бог есть, но он не принимает это. Нужно, ну, как продолжать с ним общаться дальше? What if a person come to you and blaming God with everything that happened with their life? You trying to show that not to blame anyone, but he's still resisting it and saying the same thing. What could we do? How to help? How long we have to be with that position of denial? That's extremely difficult to say. Очень трудно выразить это. I think in those situations you have to rely on God helping you to understand how can you progress further, or can you progress? Первое для тех, кто дает совет, это им нужно быть уверены, что Бог всегда даст ответ вам, но нужно надеяться на Бога. Быстро ответа не будет для этого человека. Sometimes you just have to give it more time. Может быть, нужно уделить этому человеку больше времени. Until they're ready. До тех пор, пока они будут готовы услышать вот такие слова, как бы. In such a situation, it's also very key that you remain open so that they feel, yeah, okay, I'm not rejected, I'm not pushed away. В данной ситуации люди должны чувствовать, что их не отвергли, во-первых, и поэтому вам нужно дать им больше времени, and чтобы they они чувствовали, understand что вы открыты, that you still care for them and you что want вы to help при them. Всех обстоятельствах ихнего нежелания и обвинения Бога, вы все равно не закрыты для общения. But in my own experience, sometimes there does come a point when you just have to say, okay, let's rest for a while, let's Даже think about it. Даже как у меня были такие примеры, когда я говорил, подожди, стоп, давайте отложим эту ситуацию и подождем просто время. And the key is also to pray for them that they would open up. И самый большой ключ к этому вопросу – это молитва за этих людей. Ой, дайте мне микрофон. Такой вопрос. Что делать, если ты говоришь людям о любви Бога, да, а они начинают обращать внимание на Ветхий Завет, где, допустим, за нарушение субботы там побивали камнями, за прелюбодеяние как бы побивали камнями, а Христос, ну вот мы говорим, он любит, там простил ту же блудницу или еще как бы. Ну и другие моменты, как бы я просто сталкивался с этим, когда люди начинают
обращать внимание, где Бог как бы карал очень жестоко. Вопрос. Вопрос в том, как вот я говорю о любви Бога, они говорят, а там же вот он убивал, так как вопрос. Вроде разный Бог или как? Вопрос. Как им отвечать на это? Нет, вопрос. Как касается консультации. Ну, консультация. Вот я человеку говорю, что Бог их любит, они начинают мне приводить Ветхого Завета более такие... Нет, это просто аргумент. Вопрос нужно задать. Как общаться с людьми, которые оперируют жесткими правилами Ветхого Завета, без любви, да? Окей, хорошо. Просто я учу, как ставить вопрос. Спасибо. Окей. Okay. I just try to... The question is how operate with the gift of kind of convincing people that God is good and how to talk to people if they are always pointing to a Tanakh and the God of Tanakh of who not the punishing but we'll say disciplining people for fornication is death. Yeah. For yeah. It is very harsh and sterile. But we are believers in New Testament. Try to tell them that God is good. How to communicate that to them and destroy the bitterness of the people. Wow. Uh-huh. Uh-huh. Вопросы есть еще? Yeah, that is quite a question, yeah. Маленький. Подожди, это довольно такой. I don't know if there's a very simple answer to this. It's getting people to understand that there is a difference taking place. Нужно понимать, что есть разница определенная. And that may take some time. Yeah. И необходимо время определенное. Должно пройти какое-то время. But as I'm sitting here, I can't sort of really think of anything sensible that I could say. Ну вот сейчас, пока я здесь сижу, я не могу что-то такое основательное сказать. I think my approach would be to be very loving. Мой подход заключался бы в любви, конечно. To continue to try and point out that there is a difference. И я бы продолжал показывать, что есть разница. And it's restoring a relationship also. И восстановление отношений. Okay. He says we need to start with the harsh actions, but then we should show mercy and like to heal them. Heal the wounds, yeah. And then say which way you would like to pass. Yeah, which? Yeah, yes. Exactly. Yeah. Okay. As you see, I don't always have an answer. У меня не всегда есть ответ. Rabbi has. Hopefully. Хочется, чтобы вы честно ответили на этот вопрос. Не как раньше, да? He says, I want you to be honest. I say, wow. For the first time. Wow. Не, просто за свою короткую жизнь я заметил в Боге. Ну, он 40 лет в Боге, я только 10. Я заметил такую ситуацию. Когда ты человеку уделяешь много внимания, много с ним общаешься, много даешь советов, это одна категория людей. You need to devote them your time. Они более капризные и нестабильны с Богом. And these people, they're not stable in their relationship with the Lord. Yes.
А вторая категория людей, где ты просто больше заставляешь их молиться, отправляешь к Слову, они более стабильны в Боге. The second category that you can just push a little bit on them or to make them to pray more or to read more, they're more stable. И я сделал такой вывод, so I have concluded, что, ну да, консультация как бы не совсем нужна. Вопрос там заключается, согласны ли вы с тем или нет, из своего опыта. Concluded that consulting is not necessary. So, do you agree with that or not? Yeah, I'm not 100%, again, I'm not 100% sure that I grasp exactly what you want. Наверное, на 100% не понял, что ты хочешь, чтобы я сказал. But if I understand correctly, you're talking about two different types of people that you have to counsel. То есть я так понял, что ты говоришь о двух типах людей, которых приходят на консультирование. То есть с одними консультируешь, общаешься, продаешь им время, это, и эти это люди... Это какая категория? Это первая категория. Uh-huh. So, ну, любая. He means like, it's no matter. You give your time, you... Ладно, скажем так, чем больше людям уделяешь человеческого общения и внимания, тем более они капризными. А чем больше отправляешь к Богу, к молитве, к Слову, тем более они растут, тем больше они развиваются. Okay. И вопрос заключается, считаете ли вы, что консультация заменяет как бы им личное общение с Богом? Okay, let's put it in the other way. Let's say the more you devote your time to some people, the more they become dependent, the more they become dependent on you. But the more you give them opportunity or you push them to go and to go and meet with God and to spend time in reading scriptures. They go into it. So do you think that consulting is replacing their time with the Lord, and consulting makes them dependent on you? You should be careful not to let people get dependent on you. Yes. Конечно, нужно быть осторожными, чтобы люди не стали зависимыми от тебя как от консультанта. Yeah. Our aim is to bring them into the dependency upon the Father and an understanding in their relationship with Him. Нужно их ввести в зависимость от Бога и от отношений с Ним. Это да. At some point, usually though. My issues have been that people keep coming back, and you notice that whatever you say to them, it doesn't help. They don't change. При всем при этом я заметил за время консультирования, что люди все равно возвращаются к тебе и ничего не меняется. То есть если ты их просто отправляешь, как бы и решать самим с Богом их вопросы. Then at some point I will stop the consultations. Когда люди просто начинают возвращаться к тебе, именно за тобой, то я лично останавливаю консультирование. И объясняю, почему, что им нужно идти к Богу. Я говорю, если вы хотите прогресса, тогда вы должны следовать инструкциям. And if you're not willing to do that, если вы не готовы это делать, then there's no point in continuing. Тогда нет смысла продолжать. Does that sort of answer your question? Это ответ? It's you have to decide how much time you can give to one person. Нужно также решать, сколько времени ты можешь уделять человеку. And it's not always an easy decision. И не всегда это легкое решение. But you have to be careful of people who want to absorb all of your time. Но нужно быть осторожными с людьми, которые хотят забирать все твое время. I was faced with a similar problem recently. Я недавно сталкивался с похожей ситуацией. Somebody had asked me to
consult in their organization. Меня попросили провести консультацию в одной организации. But after, I think it's 2-3 years now, I realized that what I was trying to help them to do, they just didn't want to do it. И я просто решил спустя несколько лет, что то, что я предлагал им делать, они просто не хотели делать. So I ended it. Поэтому я прекратил консультировать. And I said, okay, we cannot continue like this. Я сказал, мы не можем продолжать. Yeah. Еще вопросы?